Я хочу представить вам Елизавету Солодовникову, которая, помимо того, что она была пресс-атташе этого замечательного концерта, она очень много сделала, в частности, для моего персонажа. Вот. И, собственно говоря, для группы, и в ее описании, те, кто есть в ВКонтакте, вы с удовольствием читаете. Елизавета сюда. И мы перейдем к художественной части. Я рада всех видеть. Если честно, я действительно очень как-то растрогана. Я выросла на русском роке. Мне сейчас очень стыдно, что я его слушала. Вот, когда я стала общаться с Николаем Францевичем, я поняла, что это все не настоящее. Что я, наверное, кстати, вот здесь на Кутузовском проспекте недалеко жила. И ну, вот все, что меня привело сюда, к чему привело, и к статьям, которые я пишу, и, ну, я надеюсь, что они вам нравятся, и что эти статьи, вот, кстати, вопрос по поводу, как доносить до молодежи, но я считаю, что нету какого-то языка молодежи и языка кого-то еще, да, хотя понятно, что есть разные поколения, кстати, про это писала, но, наверное, самый главный язык – это язык, ну, все-таки человечности, что ли, язык профессионализма в плане настоящего актерского мастерства, да, он все равно один. Вот. Вопрос в том, что молодежь, ну, я имею в виду не себя, мне 42 года, да, вот молодежь, которая 20-25 лет, они вообще воспринимают людей, музыку какими-то уже другими долями мозга, потому что они привыкли видеть, у них клиповое сознание, привыкли видеть только картинки, привыкли развлекаться, вот, но я надеюсь, что пока еще есть люди, которые мыслят по-другому, да, и чувствуют по-другому, и действительно воспринимают вот эту искренность, которая идет от Ника Рок-н-ролла, вот эти вибрации, они действительно есть, они очень мощные. Вот, они передают другому, а те другим и так далее. И это будет продолжаться, и пространство будет как-то расступаться. Я очень рада, что вы все пришли. Спасибо! Раз предвосхищая события, сегодня мы, я лично, музыканты никогда не бывают обнаженными, они одеты в доспехи Бога. А я вот сегодня вот перед вами вот голышом, потому что я до сих пор не знаю, что сейчас из меня будет литься. Мы не репетировали то, что сейчас будет. Когда-то я забавлялся тем, что под электронную, под Чеслова Немана там делал экспромты. Было такое еще, в моей жизни. Еще под Шульца скажи. Нет, ну под Чеслова Немана делал экспромты под Вишевхию, когда я занимался очень деятельно в Крыму, например, да и в Челябинском институте культуры, где я учился дискотеками. Вот, я очень любил под электронную музыку что-то там начитывать, что-то там нашептывать и так далее. Потом я решил поиграть в этого, как его, в рок-звезду. В рок-музыку я решил поиграть. Вот, я же играю в это во все. Накатит, сделаю что-нибудь. Не накатит, не сделаю. Все ж просто. Захотел, репит нажал, и вот я вас всех вижу. Вот Каспара сегодня увидел, Олежку Беликова сегодня увидел, тебя, Саша, увидел, Денис Ступникова увидел. И массу людей, которых я сейчас не перечислил, увидел. А не захотел, кто обо мне вспомнит-то? Ну, живу я в Афимино, на пенсию там. Да кто вспомнит-то? Понимаешь, мне абсолютно, возвращаясь к твоему, Саш, вопросу или пожеланию, там, как угодно, да, если на меня накатит, если влюблюсь в очередной раз, понимаешь, да так безбашенно влюблюсь, что башню свою где-нибудь там на Млечном пути потеряю, может быть, как это было неоднократно, только речь шла о других созвездиях, тогда что-то сделаю. Я абсолютно, вот лично я для своего Коли рок-н-ролла, там, как бы сейчас говорили бы, никнейм, уже предостаточно все сделал, мне уже всего хватает. Вот, такое дело, обязательно что-нибудь под электронную, может быть, а сегодня вот под инструментальную. Я хочу пригласить, собственно говоря, на сцену, спасибо. Жутко волнуюсь, брат. На сцену, собственно говоря, Азата Мухаметова.
Гитара, он же Азза, и Сергея Федоровича Летова. Сергей. Сейчас. А вот где Сергей? Пожалуйста, вот Сергея пропустите, пожалуйста. Ты же, Вадик, наверчи мне немножко холла, такого прозрачного. Ну, получится камлания, как это называют, в иносфере или там в каких-то там всяких там коллаборациях там проще. Получится, не получится, ну давайте хотя бы вместе вспомним того самого Колю Кунцевича, ученика 7-го Б-класса средней школы города Оренбурга, номер 51. Я думаю, каждый из нас выпьет не одну чарочку за свое прекрасное, далекое и близкое детство, за свою юность, когда мы старались, и всегда у нас это получалось, ну, обстоятельства, разница только что иногда были досадной помехой, быть самими собой. А поскольку здесь я больше половины людей знаю, и меня знают люди в различных ипостасях, я хочу им сказать буквально следующее этим добрым самаритянинам. Спасибо, что в свое время не оставляли меня, давали мне приют, уют. Спасибо огромное вам. Низкий поклон от моего детства вашему детству. Также мы сегодня приготовили для вас такой амплакт. Такой мелодикламативный крейс. Выключи мне крейс. Рядом друг сидит и смеется водою, стол женился, а стул стал вдовою. Треснуло зеркало, съев конденсатор, лампа замкнулась, наехав на трактор. Музыка.
что ты украл пол копейки, мотивируя это диодом. Сверкая решетки, проклятие, и вдруг лестница стала рекой, потеряв мое измерение. Сразу превратился Лена, стал сразу мечтою, а я слушал диски, сидя на восьмом этаже под горою. Лягушек червями, а не лучше ли просто забыться, заковавшись себя цепями? Силы ушли за солнце, воли тают красавцы фрегата. И решил я себя углубиться и сгореть в тоске безнадежно. Водку просто пить, это глупо. Не лучше ли каплить фоточек, отпуская здоровье на воздух? Как рту просыпаю сквозь сито. И решил я себя влюбить, как прекрасная сзади. Видишь надежды, все прекрасное сзади. Видишь надежды, все прекрасное сзади. Значит, видишь надежды.
за Иудой. Выйди, вы забыли все вы о союзе нерушимом, что вы сделали с любовью, вы за что ее убили. Вам верьте, не вставая на колени, я прошу вас, соблюдайте вы законы человечьи, вы живите в мире, жизни солнца воспевайте. Соскочила с ума. Лунная рапсодия ртутного столба. Страница туманника выпила до дна. Отметили, земля не приняла. Страница туманника выпила до дна. Я смеялся, танцевал, громко пел я. Она на все смотрела мертвыми глазами. Громко пел я. Человечина моя ходит замуж. Я смеялся, танцевал, громко пел я. Круг свечей покойницу невесту. Я смеялся, танцевал, громко пел я, отыграя нашу свадьбу на погосте.
лампы в плясовую. Окропим церквушку трупными слезами. Пусть рыцари восторга мир дали. Живучи во слюна целовались. Нас отметили, земля не приняла. Половина наших соскочила с ума. Лунная рапсодия ртутного столба. Граница туманника выпила до дна. Двигает в фусы те, что на голоде слышат. Слышат! Эстарай, что пепцарай, так как шалай, тада сатад, тада шестат. Субтитры сделал DimaTorzok.
как звездочет. Дверь приоткрывши в свет, тешит их без филантроп. Горит в огне, и альтруист Люцифер не остужает мой ум. Thank you.
беспощадная слеза. Хлещет по мужской щеке, мужской щеке. Тень плачет на стене, непрощенный перегрев. Ошибки жжет костёр. Праздник плотский упраснён. Зих враждебный налетел. Не таким, тот, конечно же, спасен. Танцует в облака. Всеми проклятый прощальное прости, бесконечно модный твист. Сергей Летов. Мухаметов. И ваш недобиток Коля из рок-н-ролла. Беспощадная слеза хлещет на мужском щеке, по мужской щеке, на мужском щеке. Кажется, по ошибке жжёт костёр. Праздник плотский упразднённый, их враждебный налетел. Праздник плотский упразднённый,
Нежрождённый летел, вроде крутили планет. Что я живой, в Афинино живу. Ну а сейчас, конечно же, поскольку Андрей, он же свинья, он же панок, он же хрю, у меня тогда в гостях был? Был. Ну, Елизавета, и я так думаю, вы все поможете. Эта песня весьма знаковая. Поговаривают, не он ее написал. Елизавета, ты где там? Рада вас видеть. Спасибо, что вы пришли. Мы с Колей не репетировали. Ни разу. Вот просто. Но решили сделать. Попробуем. А вы нам поможете. Пожалуйста, ребята. Мы хотим исполнить песню «Дельтаплан». А, нет. Уже провод ложат. Ты знаешь, как выступать? Да. Трехмоторный дельтаплан, чтобы летать быстрее мухи в магазин «Универсам». Мне ничего не надо, лишь только дельтаплан. Мне ничего не надо, только дельтаплан. Я хочу купить себе трехмоторный самосвал, чтобы вылезти на свалку, мысли, что над собирал. Мне ничего не надо, лишь только самосвал. Мне ничего не надо, лишь только самосвал. Олежка Беликов, разве я похож на фашиста? Да я тебя люблю, Олег Беликов. Ну что, вот Пашки нет, Пашка там, многие там, а мы здесь. Так что
Все нормально, братцы. Как там? Будем жить навеки ваши. Спасибо, что пришли. Спасибо. Приятных привидений. Пообщаемся. Денис Ступников. Спасибо, что пришел. Будет что написать-то, Дениска? Ох. Радовали.